Привет, люди! Отчет о сборке. Воскресенье, утро. Значит, ну, тут чуть собрал, в салоне чуть поубирал. Тряпкой все мокрое пытался вымыть, ничего не вымывается. Ну, по крайней мере, уже сок можно сегодня ковер накинуть. Отрегулировал зазорчики. Все классненько, все мне нравится. Значит, поставил замки, отрегулировал ригеля. Вот как открывается, закрывается, чирк, ну как положено, вот. Двери чуть-чуть сделал, чтобы прыгали при открывании вверх поднимались, потому что стекла еще нагрузят, карта, стекло, стекло, все классно, да, видите? Передняя дверь еще лучше была, пока не поставил резинку. Теперь вот, чик, на первую только, во. Как сильно надо хлопать. Вот смотрите, видите, как элементарно все закрывается. Сейчас поставлю резинку. Ну вот, поставил резинку. Оп. Блин, клипса отпала. Блин, еще машина не выехала, уже все отпало. Ай, блин, не туда резинку задел. Ну ладно, смысл не в этом. Смысл. Вот первый. Не, ну закрывается на второй. Но, блин, надо... Надо хлопать. Ладно, прихлопается. Вот та очень мягко будет закрываться. Прихлопается, прихлопается. Ну, в покраске фар ничего сверхъестественного нету. Скотч Брайтом серым одну замотовал. Сейчас вторую замотую. Я тут подпаивал. Легенький слой он накидал. Уже отличаются, да? Не видно еще. Тут легенький слой. Сейчас второй слой накидаем, перевернем внутри, запшакаем. Эту подготовим. Сейчас я одну покрашу. Это не буду красить, чтобы сравнили. Спрашивали, как стекла снимал. Одно стекло сумел снять, второе не смог, поэтому разбил. И поехал по 55 гривен. Купил два других стекла одинаковых. А то оригинальное приныкаем. Ну, в общем, да, разница заметна. Было вот такое, будет вот такое. Как практика моя показала, они ходят, они светят, блин, ничего, ну, краска не отпадает. Главное, нормально скотч брайтом серым пройти. Ну вот, разница существенная. Желтенькая, беленькая. Не знаю, сегодня, наверное, стекла вклеивать не будем. Потом отдельным, ну, потом... Потом клеим, пусть нормально высохнут. Вклеивать будем на этот, на серый кузовной герметик. Значит, две фары выкрашены. Сильно идеал тут прям не надо, потому что все равно за рифленым стеклом толком ни черта не видно. Значит, по слову-то сегодня я немного делал, потому что я больше отдыхал. Ну, две двери собрал, закрываются, открываются. Ковер. О, у меня есть, короче, этот, автовазовская такая штука. Табличка. Я на какую-то машину забыл поставить. И она даже снялась с учета без нее. Ну и не надо. Эта табличка никому, значит. Ну тут салон собрался чуть-чуть. Ковер. Там ручники, то оно и было. Радиатор, вентилятор, короче. Можно заливать тосол. Значит, покрасил две фары. Да ничего-то сегодня толком и не сделал. Вот так. Сейчас едем на работу. Поедем на работу. Надо привезти... Сколько там, 7 метров трубы на буржуйку. Значит, забрали мы с Ванькой трубы. Трехметровая 150. Трехметровая 150-ка и 100 или 80-я, или 170-я, по-моему, 5,5 метров. Короче, закрепили на прицепе, распяли, едем в гараж выгружать. Я приезжаю на этой машине. Ванька задержался на 5 минут. Штрих смотрит и говорит, а куда ты грузить ее будешь? Я говорю, то сейчас багажник откроем, говорю, через окно выпхаем и поедем. Мужик так на меня посмотрел. В общем, едем в гараж разгружаться. Значит, привезли мы две трубы. Блин, и опять забыл диаметр. Вот это 3 метра, это 150-е. Это трубы оцинкованные, с толщиной стенки 3 миллиметра. То есть 3 миллиметра. Это у нас 150-очка. Да, 150-очка.
трехметровая. Это наш дымарь будет на улице, который стоять. И то, я думаю, что он сильно здоровый будет. Может, придется обрезать еще с полметра метр. Не надо он такой большой. А это, по-моему, 170-ка. А это 180-ка наша. 180-ка. Здесь ровно 5 метров. Или там без 20 сантиметров 5 метров. Тоже. Ну, в общем, это у нас идет на улицу. Это у нас идет по гаражу. Вот та мелкая выходит с отверстия и идет туда вверх. Только я не знаю, наверное, мне не надо такая длинная 3 метра. Это сколько, 2,5 там будет. Отвлекли. То есть мелкая у нас на улице. Только я не знаю. У меня дело в том, что крыша как раз имеет наклон чуть сюда. Ну да, там надо фиг его знает. Надо ли мне там 2,5 метра торчащей трубы вверху. Я понимаю, что тяга будет лучше, но может и надо, может и не надо. А та толстая у нас идет через то отверстие. По-моему, я там делал 200-й запас. Сейчас померю, я упор не помню, какой я делал. 200. Диаметр 200 я делал. Нормально. Значит, та большая труба выйдет туда сантиметров 20-30. И закончится она у нас, по-моему, где-то вот здесь. Вот здесь. Он только вверху. Дальше у меня буржуйка стоит там. Буржуйка вот такая. И еще там у меня 150-я железная. От буржуйки идет 150-я железная в ту трубу. Оцинкованная толстая под небольшим наклоном идет туда. В общем, все. Вся система отопления. Вокруг трубы можно поставить два небольших кулера. Пусть сдувают с нее тепло вниз. Я поехал домой. В общем, все, пока трубы, пока то, хотел еще кулису поставить, поехал на работу, ее разобрал, помазал, подварил то, что была конченая. Ну, блин, уже все, не успеваю, уже он солнце заходит. Поэтому оставляем опять Славуту на несколько дней. По сути, залить воду, поставить расширительный бачок, поставить кулису, сиденье можно стартовать. Ну, двери скотчем примотать, чтобы не открывались. Ладно, все, всем удачи, всем пакет, а потом, может, не скоро... Стеклышки вклеим. Покажу, как я вклею, а не вклеивать надо. Не путать. Еще надо вот это все выкрасить. Потому что серенькое некрасиво. Надо беленькие корпуса и вот эти штуки. Ну и фары все пособирать, потому что я все поразбирал вообще в хлам. Ладно, все, всем удачи, всем покеда.